Меня зовут Иван, я основатель студии веб-дизайна и интернет-маркетинга MLab. Молодежный бизнес-центр дал для меня очень много полезных знаний и навыков. Прежде всего, конечно же, как правильно составить и написать свой бизнес-план, как правильно его презентовать и как правильно его реализовывать в жизнь. На занятиях молодежного бизнес-центра мы брали наши идеи и расписывали их поэтапно, превращая в бизнес-план. Готовый бизнес-план для дальнейшей презентации для инвесторов и его реализации. Также на занятиях и тренингах молодежного бизнес-центра мы получали очень много интересной информации и полезнейшей информации о возможных проблемах, о подводных камнях, о том, как правильно делать, как неправильно делать, познавали азы всей предпринимательской деятельности, познавали азы финансов, маркетинга и прочего. Но одно из самых важнейших, что дал для меня молодежный бизнес-центр, это волшебный пендаль, пинок, который заставил меня перестать сидеть на диване, подняться и начать воплощать свой проект в жизнь. И это одно из самых важнейших, что я получил от молодежного бизнес-центра. Поэтому, ребят, если вы хотите воплотить свою идею, свою мечту в реальность, хотите запустить свой бизнес, бизнес-проект, то я рекомендую вам присоединиться к молодежному бизнес-центру, и вы получите кучу полезной информации, кучу полезных навыков, а также познакомитесь с большинством действующих предпринимателей нашего города, которые поделятся с вами своим опытом, своими знаниями, расскажут о возможных потенциальных проблемах и также расскажут, как правильно двигаться и как правильно развиваться. Всем хорошего дня!